для нас было, с одной стороны, повернулись, уже год прошел. Михаил Сузайлов. Быстро прошел. С другой стороны, он был очень длинный. Этот год был год, где мы первый раз были с папой на празднике. Этот год был год, где мы должны были объяснить нашим детям, что такое смерть, что такое следующий мир, следующий свет. Спасибо. Год, где мы должны были объяснить нашим детям, что стоит с душой, что стоит с телом, что это, что их не дедя, деда не здесь, это не навсегда. Что один день они опять с ним будут, после того, как Машиах придет, чтобы быстрее это было.